суботи. Це головне співоче шоу України. І зараз український X-Factor у інтернеті дивиться понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Вже 5 років наше шоу лідер за рейтингами переглядів. Тож, дякую, що ви з нами. Сподіваюсь, у вас гарний сигнал. Вам все добре чути і ви все добре бачите. Дорогі глядачі, немає різниці, як ви слідкуєте за X-фактором. Головне, пам'ятайте, тільки від вас залежить, хто у мене номінації і продовжить боротьбу за 1 мільйон гривень. Тож, не шкодуйте голосів і будьте уважними. Іване, Іванку, Ваню, Івасику. Я краще до тебе звертатися? Іван Олександрович. Іван Олександрович, дуже приємно. Іване Олександровичу, розказуйте, кого із ваших ми побачимо зараз? Сейчас скажу. Во-первых, хотел отметить то, что впервые за все 5 сезонов X-Factor мне досталась категория бабушки до 25. Естественно, я шучу. Естественно, я отношусь к ним по-другому. А я как за них относишься? Я хочу сказать, что несмотря на то, что происходит за кулисами и в финальном монтаже этого прекрасного шоу, я хочу, чтобы все знали сейчас в прямом эфире, что я за своих девочек стою горой. Это раз. И буду отстаивать каждую до последнего. Иван Олександрович, але мы в прямом эфире. Все, что відбувається тут, бачить всі глядачі. У нас немає монтажу. Да, просто до этого будут... Давай не будем лукавить монтаж в каких-то местах, поэтому... И тоже мои отношения были не совсем честны по отношению к зрителям. Вот, поэтому... Что там было? Сейчас вот натуральную хочу сказать, что буду стоять горой и стою. Сейчас на сцену выйдет... Я могу уже объявлять, правильно? Сейчас на сцену выйдет девочка, которая... Если представить, что на сцене участники — это рыбаки, а мы здесь — это рыбы, то я была та первая... Рыба, которая клюнула на удочку, которую закинула участница, которая выйдет на сцену, потому что я, непоколебимая рыба, которая уже видела все, вдруг попалась на чувства, которые полились из нее, на честность и натуральность. Вот, по сути, главные заслуги и регалии участницы, которая выйдет сейчас на сцену. Наверное, самая честная и самая чувственная из всех участников на этом проекте Санта Данилевич. Я всегда так завидовала людям, у которых день рождения какое-то событие. Желаю тебе победы на этом проекте. У меня есть такая коробочка с мечтами. И я на каждом листике написала свою мечту. У меня там была мечта выиграть такой большой крутой конкурс. Спасибо! Это лучший день рождения в моей жизни! Іван Дорн прийшов з прапором, я шукаю не таких. Не таких, як ви шукаєте, Ігор Васильович, не таких, як ви шукаєте сусіда, а не таких. От вона в його розумінні не така. На меня Санта не произвела такого уж впечатления. Перестаньте. Вы рискуете, потому что ваши слова потом будут вспоминать. Знаете, когда? Да. Когда она выиграет этот конкурс. Да, она выиграет этот конкурс. Да. Боюсь одного слова, разочаровала. Вот это слово все для меня. Мне кажется, что нужно искать краски. В
твоем голосе надо искать краски. Срочно. У нас для этого очень мало времени. Иначе ни хрена не будет. Иначе Сергей Соседов окажется прав. Ни хрена ты не победишь, понимаешь? А я много чего видел. Меня трудно так вот взять. А бы как, да? Вот? Хреново, еще раз. Есть люди, которые в рабочей атмосфере работают, а на сцене впечатляют. Санта из тех. Мы дождись выступления, я думаю, она все покажет. Для меня это первый прямой эфир в моей жизни. Это нереальная ответственность. Понимаешь, что ты же не только себя представляешь, да, вот в эти пару минут. Ты просто не имеешь права сейчас подвести. Санта Данилевича. Мне приснилось небо Лондона, а в нем приснился долгий поцелуй. Мы летели вовсе не держа.
Я очень рад, Санта, что так тебя встречает зритель. Это прекрасно. Но мне показалось, ты спела слишком выглаженно, акварельно. Была зажатость некая. А здесь нужно состояние полета, воздушности. Небо Лондона. Понимаете, летать. Нужно было летать. Полета, к сожалению, не было из-за скованности. И главное, чего уже ждет публика часто здесь, это вот фирменная высокая нота финальная, земфировская вот эта вот, да? Запредельная небесная нота. Ее не было. Надо было придумать, значит, какой-то другой трюк или что-то как-то иначе композиционно закончить «Небо Лондона». Что-то другое придумать. Молодец! Но выглажено аккуратно, хорошо, но не более того. Нино. Я очень... Вообще, я очень... Ущипни его. Очень люблю слушать вас, только хорошо иногда, что не понимаю многие слова. Правда? Какие, например, Нино? В начале, который вы говорили, потому что вот сейчас момент, когда как бы нам не нравилось или нравилось, все равно слова за зрителем, и я думаю, что они абсолютно внимательно следят за эти чувства, и не важно, что мы чувствуем, главное, что они почувствовали. Потому что у вас действительно есть какой-то магический, какой-то не то, что не только шарм, а какой-то скрытость, которой тебе хочется это все раскрывать. Загадка? Ну, спасибо, Иван. Вы прекрасный, и хорошо, что вы X-Factor'е, потому что у вас впереди много тура. Я надеюсь, и надеюсь на наши зрители, чтобы вы именно раскрыли того, что не хватает нашего дорогого. Да, это Бог. Не, ну, насправді... Я за это. Не, насправді, насправді, Санта, коли тобою опікується людина, яку звати Іван Олександрович Гора, ну, тому що не дурно вже, все, ти Гора. То все буде класно. Мені не згадувалась Земфіра взагалі. Ви ризикували, тому що Земфіру, на мій погляд, приспівувати нереально і не потрібно. Але я взагалі не думав про Земфіру. У тебе класна своя версія. Мені вона 100% сподобалась. Браво, можна навіть сказати. Єдине, що мені взагалі було якось, я не міг собі уявити, я коли останнього разу був в Лондоні, було плюс 35. Який дощ? Я жодного разу в Лондоні не бачив дощ, клянусь. Я була, коли був. А був там дощ. Декілька разів. Жодного разу не бачив дощ. Ви оба сказали, що оба були в Лондоні, правильно? Так. Що ви сказали? Ваня, Санта, що саме відбувається? Ваня, я зрозумів, чому ти вибрав Санту. Мені кажеться, от Лондона якраз, друзі, здесь і не було. Лондона не було. Ну, Париж. У кожного свій Лондон. А що відбувається зі мною, я взагалі не розумію. Я переживаю, причем больше переживаю не во время выступления Санта, а когда вы комментировали, все интересно было, что вы скажете. Я так переживал, что на мне сухого места нет. Это раз. Нет, Ваня, во-вторых, ты хорош, хорош. Санта. Это было местами лучше, местами хуже, чем предварительные репетиции. Ты понимаешь, про какие именно моменты мы говорим, но секреты мы рассказывать не будем. А мы пойдем. Я при всем твоем... местами удачным, где-то неудачном выступлении сегодняшнем, все равно готов заключать пари с Сергеем Соседовым по поводу того, что ты победишь на этом проекте. Вопрос, принимает ли Сергей вызов? Это слишком смелая пари, Ваня. А, ну и что? Рано грошом кидаете. Я не боюсь проигрывать. Давайте, я разобью. Вы принимаете, нет? Спорим? Принимаю. Как хорошо, что есть кулисы, я смогу вот вам там с вами. Це я почув 10 000 долларов, чи ні? Да, да. На кону 10 000 долларов. Yes. Вы прекрасны. Вбрасываем их в победители. Все, Санта, тобі капец. Будешь теперь кожного ефіру викладатися на стол. Найцікавіше, що вони програють обидва, тому що найвирішувати буде головний наш п'ятий суддя. Пам'ятаєте, що у цьому сезоні все залежить тільки від вас, дорогі глядачі. І я думаю, що Санті точно ось сьогодні перед першим прямим ефіром не снилося небо Лондона. Санта, а що тобі снилося? Розкажи нам перед сьогоднішнім ефіром.
Лондон, в котором я сама была ровно год назад. И я проживала эту песню, потому что я сама там была, и эти три дня, и лил дождь, и... Дивовижно. Все очень просто. До речі, я хотіла запитати, що цього тижня ти відсвяткувала день народження. Ми тебе вітаємо. Який найприємніший подарунок ти отримала на день народження? Який подарок самий-самий-самий-самий був? Поздравление Ивана Дорна. Это... это было неожиданно, и это было очень приятно. Дякуємо, Іван Олександрович, за чарівний сюрприз. Мене заставили. А тепер хочу звернутися до наших глядачів. Якщо спів цієї дівчини заворожує і вас, запам'ятайте номер телефону, за яким треба її підтримати. 0900 902 005, або ви можете скористатись СМС, надіславши текст 05 на номер 7766. Кількість ваших голосів не обмежена, тож дочекайтеся останнього виступу і обов'язково висловлюйтесь. Для нас це дуже і дуже важливо. Санта, я знаю, що чекати голосування глядачів завжди непросто, але нехай ці оплески дають тобі надію на те, що все буде добре. Це була Санта Данілевича. Все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.